Привет, с тобой Наташа Фреш, и ты смотришь новости первого на Музыке Первого. И пока мы с тобой не виделись, Джонни Депп сделал предложение своей русской девушке. Бустер провел рум-тур по новой квартире. Появились подробности фильма «Как приручить дракона». А мы собрали для тебя крутой лайнап на Snow Party 25. Приходи только в белом. Погнали! Русская красавица Юлия Власова, возлюбленная голливудского мачо Джонни Деппа, раскрыла все карты. Оказывается, Джонни вставал на одно колено аж 2 раза за этот год. Да, наша девчонка получила предложение руки и сердца от звезды «Пиратов Карибского моря». И это еще не все. Юля намекнула, что скоро Джонни может стать папой. Ничего себе новости, теперь осталось понять, не хайп ли это? Рум-тур, который мы точно ждали. Бустер показал свою квартиру за 103 миллиона рублей. Не так давно стало известно, что стример приобрел недвижимость в Москве. Купил, кстати, сам. Тогда же начали ходить слухи о том, что Слава расстался с Диларой, потому что она тоже купила квартиру. Якобы теперь они живут отдельно. Но у ребят все хорошо. Просто вложились в недвижимость. Слава рассказал о планах на будущее, показал собаку и хайповую гардеробную. Кстати, фанаты шутят, что на протяжении видео Бустер притворяется, что живет с Диларой, потому что весь рум-тур в квартире обитают стримеры. Но зато весело. В сети появился первый трейлер фильма «Как приручить дракона». Да-да, это не спин-офф мультфильма, а экранизация картины. Теперь зрители смогут увидеть любимых героев не только в анимационном облике. Главные герои Икинга и Астрид исполнят молодой актер Мейсон Темс и Ника Паркер из «Одни из нас». Кстати, говорят, что сюжет повторит трилогию, буквально кадр в кадр. Пока непонятно, рады фанаты этому или нет. Премьера ожидается уже в 2025-м. Посмотрим и узнаем. Нилетто, группа «Добро», Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Артик и Асти, Юля Гаврилина. И это далеко не весь звездный лайнап, который ждет тебя на Snow Party 25. Приходи только в белом. 4 декабря в 18:00 бери друзей и слушай любимые хиты всех участников Snow Party. Подробнее о программе на snowparty.ru. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что всегда на связи в наших социальных сетях. Телеграм-канал Vibe Hit и группа ВКонтакте Music One TV. Подписывайся, оставляй свои комментарии, реакции и оставайся с Музыкой Первого.